Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день всем, кто смог подключиться к нашему вебинару, традиционному вебинару в четверг по кванонет. И сегодня мы с вами будем говорить о храпе, как избавиться от этого недуга, используя продукцию Цептер, используя умную систему сна кванонет. Традиционно для вас проведу эту встречу я. Напоминаю, что зовут меня Шевелева Татьяна. Если вы видите меня хорошо и слышите великолепно, то, пожалуйста, поставьте в чате плюсики, чтобы я видела, что меня видно и слышно. Итак, прежде всего мне хочется сказать, что сон – это важная биологическая функция, которая присуща абсолютно всем людям. Спят каждый день взрослые дети, спят мальчики и девочки, спят дяди и тети, спят больные и здоровые. Все абсолютно ежедневно пребывают в этом состоянии от 6 до 10 часов. У кого-то, может быть, получается чуть меньше, у кого-то чуть больше. Но при всем при этом мы спим, и наше тело расслабляется, восстанавливается и даже исцеляется. А вот без здорового сна мы, как правило, подвержены и плохому настроению, и хронической усталости, и плохо себя чувствуем, и не можем сосредоточиться на конкретной поставленной задаче. И, конечно же, снижается иммунитет, и повышается риск несчастных случаев, и можно продолжать и продолжать на эту тему дискутировать. А спим мы в течение всей жизни третью часть. Много это или мало? Наверное, немало. Так вот, что же такое храп и как от него избавиться? Это серьезная проблема, которая, наверное, знакома многим людям. И, к сожалению, чем старше мы становимся, тем вот этот недуг мы приобретаем, хотим мы этого или не хотим. Пожалуй, одним из основных условий здоровья человека является полноценный сон, которым, к большому сожалению, могут похвастаться далеко не все люди. По статистике, каждый пятый в нашей стране страдает от проблемы храпа. Но можно смело умножать эту цифру на 2, а то и на 3, так как страдает не только храпящий человек, но и люди, которые его окружают, которые спят с ним рядом. Вы согласны со мной? Если согласны, поставьте десяточки в чате. Так вот, что же такое храп? Храп – это вибрирующий звук низкой частоты, который возникает при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути во время сна. Во сне закономерно происходит расслабление вообще всех мышц нашего организма, нашего тела, в том числе и снижается тонус мышечного каркаса воздухопроводящих путей. В ряде случаев, чаще при сужении дыхательных путей, расслабленные мышцы стенки глотки мягкого неба, соприкасаясь друг с другом, вызывают при вдохе характерный звук, который и называется храпом. И это действительно такой, ну скажем, тяжелый, низкий звук, который пробуждает абсолютно даже спящего. Откуда же берется храп? Существует ряд факторов, которые предрасполагают к появлению храпа. Очень часто, скажите, как меня слышно? Вот я вижу, что нестабильное подключение интернета. Если слышно и видно, то, пожалуйста, поставьте плюсики. Очень часто причиной являются, конечно же, патологии со стороны, в первую очередь, лор-органов, которые приводят к уменьшению просвета дыхательных путей. Это может быть искривление носовой перегородки. Это могут быть врожденные аномалии дыхательных путей. Это могут быть полипы в носу. Это могут быть хронические риниты и синуситы вызывать храп. Это может быть заболевание хронических тонзиллит, вызывающий храп. Аденоиды, увеличенный нёбный язычок, новообразование в носу и глотке. Также к появлению храпа могут приводить и повышенная масса тела, чрезмерное употребление алкоголя,
спиртных напитков, прием снотворных средств, а также проблемы со щитовидной железой также могут вызывать храп. В силу того, что дыхательные пути у женщин более широкие по сравнению с мужчинами, последние храпят значительно чаще. Среди пожилых людей храпящих больше, что связано с тем, что с возрастом тонус мышц гортани и мягкого неба все больше снижается, приводя к появлению как раз-таки храпа. Идем дальше. Чем же опасен храп во сне? На первый взгляд кажется, храп явление безвредное, но неприятное для окружающих, скорее потому, что люди просыпаются, не могут уснуть, ворочаются, чем для самого спящего. Но на самом деле это не так. Храп провоцирует постоянные микропробуждения, которые изменяют структуру сна и не позволяют человеку полноценно отдыхать, то есть беспокойный сон у храпящего. Кроме того, в большом проценте случаев храп является первым звонком так называемого синдрома обструктивного апноэ сна, который проявляется непродолжительной остановкой дыхания во время сна. Число таких остановок дыхания в течение ночи может достигать до 500, можете представить, за ночь. И это приводит к нарушению снабжения организма кислородом. Значительно ухудшается качество сна и отдыха. Человек не отдыхает. Сон получается беспокойным, а после пробуждения человек жалуется чаще всего на головную боль, на разбитость во всем организме, на отвратительное настроение, постоянную сонливость. Снижается наша работоспособность, ну и уже, я сказала, настроение. И это все именно симптомы у храпящего. Что же в этой ситуации делать? Если вовремя не скорректировать состояние храпящего человека, не избавиться от храпа, это может привести к повышению артериального давления, к сердечной аритмии, к депрессии и даже может вызвать инфаркт, нарушение мозгового кровообращения. Из-за снижения концентрации внимания, а оно снижается именно у храпящего, повышается риск несчастных случаев и травматизма. Поэтому если окружающие жалуются на то, что партнер храпит, а сам человек замечает вот перечисленные мною симптомы, то стоит в первую очередь, конечно же, обратиться к врачу. Это в первую очередь. И во вторую очередь посмотреть на свою спальню, посмотреть на те предметы, на чем человек спит, пребывая во сне. То есть на качество матрасов, подушек и постели в частности. Ну и, конечно же, компания «Цептер» в очередной раз предлагает уникальное решение здорового сна, позволяющее избавиться от многих недугов, в том числе и храпа. Итак, умная система сна «Кваномед» позволяет расслабиться во сне, восстановиться и даже излечиться, в частности, от недуга храпа. Давайте разбираться, что же поможет нам избавиться от храпа. Но в первую очередь вся наша продукция произведена из натурального редкого продукта латекса, который получается из сока дерева гивея бразильская или из каучукового молочка. Никакой химии в этом продукте нет. Это смешивается само молочко с определенными пропорциями воды, вспенивается до пенообразной массы, заливается все в формы, все это запекается и получаются высококачественные матрасы и подушки. И это составляет именно сердечник. Нет никакой химии, нос свободно дышит, не дышит никакой химии, не вызывая ни заложенность носа, не вызывая аллергии, не вызывая сухости слизистых оболочек, и тем самым мы избавляемся от этого недуга. Более того, в нашем сердечнике, в нашем 100% латексе есть две технологии. Это технология Therapy Airflow и технология 7 зон BRS. Итак, почему же все-таки мы отошли и не используем никакие миксы, никакую химию, потому что 100% латекс позволяет поддерживать
все наше тело и наш позвоночник, в частности, в правильном анатомическом положении во время сна, позволяя телу расслабиться, позволяя мышцам снять напряжение. Более того, система терапии Airflow в наших матрасах и подушках позволяет действительно легко дышать, и каждый раз, поворачиваясь сбоку на бок, мы действительно вдыхаем глоток свежего воздуха, не содержащего химии. Более того, это гипоаллергенный антимикробный материал. Это материал, который хорошо поглощает движение во время сна. И если ваш партнер пробудился и поднялся, то вы не почувствуете на латексном матрасе никаких колебаний, а значит, ваш сон будет не нарушен и не прерван. И, соответственно, коль тело зависает на таком матрасе, как на облачке, то все кровообращение абсолютно функционирует в полном объеме. Итак, все наши подушки и матрасы изготовлены из 100% натурального латекса. Я уже сказала, берущегося из дерева гивея бразильская, произрастающего в экологически чистых зонах без пестицидов и гербицидов. И каждое дерево растет в среднем около 40 лет. Одно дерево в сутки без ущерба для своего роста дает всего 200 граммов сока. А чтобы получить только одну подушку произвести, нужно собрать сок с 30 деревьев в течение целой недели. А чтобы произвести один матрас, необходим сок с 2500 деревьев. Но несмотря на вот такой редкий и дорогостоящий материал, мы все-таки используем именно 100% латекс, потому что это материал гипоаллергенный, антимикробный, устойчивый к пыли и пылевым клещам, на 30% более износа стоек, прекрасно повторяет форму тела, обладая превосходной гибкостью и способностью поддерживать тело, как на облачке. И все производство находится в Италии, и используются самые передовые технологии. На всю продукцию у нас официальная гарантия 10 лет. Я всегда говорю, но если мы будем использовать бережно наши вещи, относясь к ним бережно, то, конечно, прослужат они нам долгие-долгие годы. Ну и, конечно же, с помощью наших подушек и матрасов мы избавимся от храпа, от бронхита, от раздражений, от приступов аллергии и астмы, и, конечно же, от дерматитов. То есть натуральный продукт дает нам вот такие преимущества. 7 зон БРС – это нормальное поддержание, правильное поддержание тела во время сна, позволяющее расслабиться организму и восстановить кровообращение. Это идеальная система, которая поддерживает правильное анатомическое положение нашего тела во время сна. Всегда говорю и буду продолжать говорить, что правильное положение тела во время сна, будь то, если мы спим на спине или на боку, всегда голова и туловище на одном уровне, параллельно матрасу. И никаких возвышений, что и позволит освободить пазухи носа и дышать действительно глубоко свежим, чистым, прохладным воздухом, который дает нам вот как раз-таки латекс. 7 зон БРС – это разная плотность наших матрасов. И самая плотная часть матраса – это середина, на которую приходится основная масса тела во время сна. Это позволяет поддерживать правильную осанку нашего тела во время сна, снижает высокое давление, нормализует его. Во время сна кровообращение не нарушается, не защемляются нервы, уходят болевые синдромы, мышцы расслабляются, уходит напряжение и судороги, уходит онемение в мышцах. Ну и, конечно же, мы спим глубоким сном, не ворочаясь, мы высыпаемся, наш организм восстанавливается и отдыхает, мы просыпаемся в прекрасном настроении и работоспособны в течение всего дня. Хочу обратить ваше внимание, люди с хронической болью сообщают о значительном облегчении своих симптомов после уже нескольких месяцев, проведенных на наших матрасах, а люди, страдающие храпом, постепенно освобождаются от этого недуга. И я вам хочу сказать,
не сочтите, что я какая-то слишком больная или у меня слишком много симптомов болезненных, но хочу вам сказать, под утро я обращала внимание, что я, даже вот переворачиваясь сбоку на бок, немножечко сопела и схрапывала. И вот хочу вам сказать, что очень часто я обращала внимание, что партнер мой под утро почему-то уходил в другую комнату. Сегодня, имея наш уникальный наматрасник из пианоподушки, латексной подушки Acceptor, я обратила внимание, что у меня ушли не только головные боли, ушел остеохондроз шейный, но и партнер стал спать со мной рядышком, и это же дорогого стоит. Я не беспокою членов семьи, я сама себя не беспокою, у меня не происходит остановки дыхания во время сна, и это значит, что не нарушаются никакие работы систем органов во время сна, и мой организм действительно отдыхает. И я рекомендую абсолютно каждому обратить на это внимание, особенно, ну, всегда ведь женщины заботятся о мужчинах, поэтому позаботьтесь о себе и позаботьтесь о своих партнерах. Ну и хочу обратить внимание еще на одну систему Therapy Airflow. Все наши подушки и матрасы имеют перфорированную поверхность, и это не просто дырочки, а это действительно система, позволяющая, это идеальный поток чистого воздуха, это идеальная температура и нашего тела, и постели, и это идеальная терморегуляция. Наши подушки и матрасы в 7 раз более дышащие по сравнению с аналоговыми. Это позволяет снизить температуру постели, вот эта система, на несколько градусов, что усиливает процесс регенерации клеток наших тканей, органов и организма в целом, омолаживая организм, оздоравливая организм. Это позволяет нам снизить процесс потоотделения, а каждый человек во сне много или мало потеет. И это значит, что мы, меньше потея, защищаемся от обезвоживания. Не надо ставить на прикроватную тумбочку стакан с водой для того, чтобы ночью пить воду для смачивания полости рта. И действительно не будет пересыхания полости рта на наших подушках и на наших матрасах за счет вот этих систем, использованных при производстве. И это значит, что действительно мы избавимся от храпа. Ну и, конечно же, не будет создаваться влажная среда для размножения микробов и пылевых клещей. Все наши подушки и матрасы облачены в умный текстиль, и он называется у нас одним словом экстраквана. Все наши наматрасники и наволочки произведены из натурального, из натуральных тканей, 100% натурального происхождения. Хлопок, кашемир, вискоза, шерсть. Не вызывая никаких реакций в организме, аллергических, приступов астмы, дерматитов и так далее. Более того, в нашем лечебном текстиле 3 запатентованные технологии – антибакт, антистат и гипероксы. И этим отличаются наши подушки и матрасы от различных аналогов вот этих миксовых подушек из Таиланда, Вьетнама и так далее. В подушках и матрасах есть технология антибакт. Слово антибакт говорит само за себя, против бактерий. Это серебряные нити, вплетенные, переплетенные с волокнами текстиля, которые уменьшают и случаи аллергии, и уменьшают и сводят на нет приступы астмы, сводят на нет кожные инфекции и инфекции мочевыводящих путей. И уже наши клиенты отмечают, что спя на наших матрасах и подушках, они просыпаются значительно реже, действительно спят глубоким здоровым сном и высыпаются. Более того, просыпаются на час-полтора раньше, чем это было ранее. То есть действительно высыпаются за более короткий период времени. Серебряная технология – это отличный союзник с заложенностью носа. Нос дышит хорошо, нос свободный от слизи. Это хороший союзник в борьбе с удушьем, кашлем, чиханием, раздражениями глаз, кожи и носа. Это технология 100% натурального происхождения, абсолютно биологически безопасная и имеющая международный сертификат ОЭКОТЕКС, то есть разрешена технология для применения детям грудничкового возраста и людям, страдающим астмой.
Хочу сказать, что в матрасах Макс Квана использованы серебряные технологии, которые обеспечивают естественный здоровый сон благодаря свойствам серебра. Ведь свойства серебра были известны издревле. Еще древние римляне использовали тонкие листы серебра для лечения ран и травм. Далее были, использовались кубки и всевозможные чаши и ковши для напитков, для обеззараживания воды в частности. Наши бабушки использовали серебряные ложки все для тех же целей. И, конечно же, серебро считается самым эффективным противомикробным средством, обеспечивающим максимальную защиту и от микробов, и от полевых клещей, и от неприятных запахов, сохраняя наше здоровье. Для подушек используем мы нити Амикор. Это революционные нити, это интеллектуальное волокно, обладающее антигистаминным, антимикробным, гипоаллергенным свойством, обеспечивающим как раз-таки здоровую среду на нашем постельном белье, на наших подушках. Антистат – следующая технология, опять-таки антипротив статического электричества. Наше тело, как губка, собирает это статическое электричество в течение дня. К чему это приводит? Это приводит не только к тому, что волосы встают дыбом, а это приводит к повышению синтеза гормона стресса кортизола. Он, в свою очередь, ведет к тому, что повышается артериальное давление, повышается уровень сахара в крови, нарушаются циркадные ритмы, и когда мы ложимся спать, мы долго не можем уснуть, мы ворочаемся, нас посещают различные мысли, и чаще всего это не очень позитивные мысли. Так вот, опять-таки, компания Цептор внедрила технологию антистат в наши наматрасники и наволочки. Это тонкие углеродные нити, переплетаются опять-таки с волокнами текстиля, и вот эти углеродные нити в течение всей ночи собирают с нашего тела, с наших постелей статическое электричество и выводят его в окружающую среду, снижая нашу нервозность, раздражительность. Действительно, мы засыпаем глубоким продолжительным сном, в течение ночи нормализуется давление, нормализуется уровень сахара в крови, нормализуется работа иммунной эндокринной системы, и мы действительно высыпаем, отдыхая и аккумулируем энергию на грядущий день. И последняя технология – гипероксия. Опять-таки, слово само говорящее за себя. Много кислорода. Много кислорода, ведущее к чему? К усилению метаболизма, улучшению регенерации клеток и так далее. Но вот вначале хочу сказать, что каждый человек выделяет инфракрасные волны, которые мы воспринимаем как тепло и рассеиваем в окружающую среду. А на самом деле это тепло специфично для нашего организма и очень важно. И вот технология гипероксии позволяет собирать это тепло, преобразовывать в полезную форму, выделяя эту энергию, возвращая ее нам в течение ночи и снимая все виды боли, различные этиологии, и тем самым делая наш сон более здоровым и крепким. Но это еще не все. Далее, технология гипероксии использует революционную технологию биоптрон, которая стимулирует повышение уровня кислорода в крови. 13 термореактивных минералов, внедренных на кашемировую сторону наволочки, взятые из средиземноморской зеленой глины, как раз-таки собирают это тепло, преобразуют его в инфракрасный свет, усиливая и опять-таки в течение ночи отдавая его нам, улучшая тем самым не только циркуляцию крови в крупных сосудах, но и микроциркуляцию в капиллярах, повышая уровень кислорода в крови, то есть усиливая метаболизм в организме, стимулируя выработку кровяных клеток. Что это нам дает? Это повышает настроение, это снимает различные виды боли, это ускоряет процессы заживления, это усиливает процессы детоксикации, это
увеличивает уровень энергии в клетках. И в целом технология гипероксии очень активная технология, которая не теряет своей эффективности даже под слоем ткани, то есть постельного белья, и даже не теряет свою эффективность, если мы накрываем наши матрасы водоотталкивающими клеенками. И не исчезает эта технология на протяжении долгого срока эксплуатации матрасов и подушек. Ну и хочу сказать, что терапевтический эффект технологии гипероксии в наших, на матрасниках и наволочках или текстиле экстраквана были клинически протестированы и подтверждены многими авторитетными учреждениями Европы. В частности, в пяти клиниках Польши, Австрии, Германии производились тестирование наших продуктов, наших подушек и матрасов, и действительно показали они чрезвычайно серьезные, потрясающие результаты. Более того, эти продукты были представлены на медицинской конференции в Германии, в Баден-Бадене, в апреле прошлого года. Также были проведены двойные слепые исследования с участием сотен пациентов, и было официально доказано, что система оказывает действие на 100% пациентов, и наши подушки и матрасы были включены как обезболивающие предметы с обезболивающим эффектом даже в учебники итальянских врачей. Ну и в целом умный текстиль дает возможность нам восстановить организм в течение ночи, нормализовать кровообращение, осуществляется качественный детокс, избавляемся от боли в мышцах и костях, увеличивается уровень кислорода в крови, нормализуется вес, профилактируются различные заболевания, в первую очередь опорно-двигательного аппарата, происходит регенерация клеток и омоложение, повышается уровень кислорода в крови, мы избавляемся от аллергии и приступов астмы, и, конечно же, оздоравливаем свой организм. Ну и для здорового сна, конечно же, важны не только качественные матрасы, и для того, чтобы мы не храпели, а спали непрерывным глубоким сном, важна и качественная подушка. И обращаю ваше внимание, вот правильное положение тела во время сна, правильное положение головы и нашего тела. Сегодня большое количество подушек, представленных на рынке, имеют наполнители искусственного и натурального происхождения, но, к сожалению, все эти наполнители быстро скатываются и слеживаются, и, соответственно, подушка не может поддерживать правильное положение головы и тела во время сна. Происходят вот такие искривления. К чему это приводит? К защемлениям нервов, кровеносных сосудов, к нарушению обменных процессов, к сухости во рту и к тому самому храпу, с чего мы начинали разговор. Ну и компания Цептер предлагает два вида подушек. Подушки Допио, стандартные европейки, 70 на 40 сантиметров, двусторонние, красная сторона охлаждающая, белая сторона лечебная с технологиями антибакт, антистат и гипероксии. Первые подушки Допио мы рекомендуем детям с 6-летнего возраста и старше, и людям, у которых нет серьезных проблем со здоровьем. То есть, ну, есть какие-то неприятные ощущения, усталость и так далее. Вторые подушки эргоквана, ортопедические подушки, мы рекомендуем людям, у которых уже появляются первые звоночки, первые проблемы. Это головные боли, это мигрени, это остеохондроз, это боли в плечевом отделе опорно-двигательного аппарата. Это, конечно же, люди, которые любят спать на боку и у которых есть нарушение вот микроциркуляции именно в конечностях, в кистях, когда кисти немеют или холодные руки. Вот как раз мы рекомендуем вот такие ортопедические подушки. Уже сказала, что наши подушки и матрасы имеют две стороны, охлаждающую красную, на которой спать не жарко летом, и, конечно же, лечебную белую с теми эффектами, о которых я уже тоже рассказала. Вся наша продукция, безусловно, имеет международные сертификаты, подтверждающие и эластичность, и износостойкость, долговечность, безопасность в использовании, устойчивость к аллергенам, пылевым клещам, сертификат о гипоаллергенности материала и рекомендованности использования даже для детской кожи и
аллергиков и астматиков. И все наше производство находится в экологически чистой зоне в Европе, в Италии. Используются самые передовые технологии. Напоминаю, что наш текстиль не рекомендуется стирать в машинках. Рекомендуется обрабатывать паром на расстоянии около 50 сантиметров, не горячим паром, а при температуре не более 100 градусов, или использовать биохимчистку. Только на матраснике матрасов Макс Квана мы можем стирать при температуре не выше 30 градусов, но не выкручивая и не гладя. Ну и в целом хочу вам сказать, что действительно прислушайтесь и используйте сами, рекомендуйте абсолютно всем наши уникальные матрасы и подушки с лечебным текстилем, которые снимают все виды боли, избавляют от храпа и действительно стимулируют клеточный рост, делают нас более молодыми, здоровыми и красивыми и продлевают наше долголетие. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам более 33 наименований, поэтому каждый найдет свой любимый элемент сна. И хочу вам сказать, что в компании существуют адресные доставки матрасов, именно матрасов, потому что они достаточно тяжелые, и поэтому это, конечно, очень удобно для клиентов. И мы постоянно предлагаем интересные акции. Сегодня клиенты могут приобрести нашу продукцию с 25 и 30% скидкой. У нас существует рентол, и сегодня количество выплат в рентоле составляет 12, не 9, как ранее. А это значит, что очередные платежи становятся более доступными, ну и меньшими по объему, как говорится. Ну и это рентол, это внутренний кредит, который позволяет сразу же клиенту использовать нашу продукцию, спать здоровым крепким сном и выплачивать без переплат. Ну и, конечно, я всем желаю стать обладателями нашей уникальной продукции, потому что она дает здоровый сон, как на облаке. Я желаю всем участникам нашего вебинара хороших, качественных снов, красивых сновидений и здоровья вам и вашим близким. Если есть вопросы, то я готова на них ответить. В целом я закончила. Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы нашли время. И до новой встречи. В следующий раз мы поговорим с вами об аллергии, как избавиться от этого недуга. До новой встречи. До свидания.